Так, Макс, твой FPS. Goodbye. Ну, кстати, не так уж и плохо. У меня по 70 FPS в среднем. Ты хочешь, да, чтобы я астрикцин схавал? Нет. Можно бармет. Бля, что ты сделал? А что у меня было на один? Ах, хуя, значит, у меня было на один. Похер. Основное оружие у меня на один. На два у меня научка. На три сик снайпер, на 8... который... Научка, да, ты... да, вот, перебились, спасибо. Дробаш 4, пятый жизнь, шестой пенифрин, седьмой удар, восьмой геркулес, девятый бинт. Макс, смотри, у меня третий сик снайпер, четвертый сик МПХ, восьмой научка, девять баф, седьмой удар, первая армейка, второй бинты. А. Но у меня на четверку дробаш стоит. А дробовик у меня на 6. Дробовик на 6. Где я? Куда бежать-то? А. Я на бочку просто сел случайно. Я потерялся. Каго, Криго и Кавасаки. Кавасаки, Каго, Криго и стрипер. Я, кстати, вот там гелий зеленый нашел. Я, кстати, вон там и стрипера видел. Не, я реально нашел зеленый гелий, а потом меня сразу же убил в спину Найм. А этот гелий стоит где-то лям, наверное. Мать, знаешь, что сказать? А. Типа, для меня намного комфортнее, когда нету. Это все этой белой херни. Необычный? Да, а, 310 тысяч, ну, кстати, не так уж и дорого. Во сне, типа, для меня комфортнее, когда, типа, нету всякой этой белой херни, понимаешь? Какой? У снега. А, ну... Так, броники легче видеть. О, тут кто-то сдох. Там... Чё? Тут хабар с патронами. 5, как они? 5-5-6. Там тоже мать есть. Да? Дробашки возьму. А, кстати, без дробовика играю. Да? Ошибка. Да. У меня есть муч. Я в целом с глока фармлю, если надо. С глока? Ну, ты так патронов дофига тратить будешь. Мать, у меня есть 600 патронов, мне хватит на за глаза. 600 патронов. Типа, сделать там... То есть, по факту, у него 17 патронов в барабане, там не слишком много, так сказать. Ну да. У тебя, кстати, глаза желтые, а не зеленые. Нет, меня показывают, что зеленые. А если вот так в опене смотреть, то они больше желтые, чем зеленые. У меня 9.91 точно такой же скин, как это, покрашено. Угу. Ну, мне понравился марафон Дархузов. Топовый вент, я его... А что у тебя за скин? Как он называется? Ты не помнишь? На охотнике. Не помню, агония, что ли? Он нет, больше агония, мне нравится, чем этот, чем Шрек. Макс, ну что, как тебе вот этот мой, который у меня сейчас находит? Ну, более-менее. У меня нравится. Я бы его, знаешь, куда повесил себе? Ясно, куда ты его повесишь себе. Ну, на сик-снайпер, может быть. То есть, типа, нет, я бы этот, то есть, он точно, помню, падал с кейса. Точно помню, он с кейса падал. Кто? Этот скин. А-а-а. Знаешь, что, Бурков, мне не выпало СТС, чтобы ты понимал. Будто короче, мне выпало, мне только эта синяя часть упала. Реально так мало? Да. Одна. Вообще просто пробежим. Но зато давай. У меня часть Фамоса синяя упала с первого кейса. Тип, вынос. Вынос. Где не вижу? Так, Фаринч. Чуть-чуть не я дожал. Да? Не-не-не, пуш. Он лоу хп. О, Марс, там еще эти твари. Там тип лежит. Да? Его макнуло. Да, я знаю, где он. Или его так тип нокнул. Я знаю, где этот тип лежит, я могу его убить. Он меня убил, это боговец с эфентой. В сатлоне. Нифига у него не вынос. Очень мало. Даже пака нету. В общем, дерьмовый какая-то сборка непонятна у него. Ага. Криено. Ах ты. Знаешь что? Живой? Нет. Пока что. Ну, типа не совсем. Ты в ноги. Да. Сатурн. Похер. Я смогу его обыграть? Я его сейчас обыграю. То есть как? Я поднялся. Я поднялся и убежал от него. Убей его. Он убежал куда-то. Я один на радаре. Одного вижу. Я офигеть, ВСК плюс 11. А, да, он с ВСК ебал уже. Потому типа он что? Он же потому типа с ВСК ебал. Стур. А с Каго, конечно, восстановление. Криго!
и Кавасаки. Скорость передвижения 9. Даже у меня лучше, наверное. Я тебя жду. Ты где? Так я на баре. На басе тиши. Прикинь себе, я на баре. Мерда. Правильный костюм КЗ-4 продам. Правильный костюм КЗ-4 пойду нахуй. Ну да. Слушай, я распилил и баный бомж сигам по иксам. Как можно создать самого смертоносного юнита? Берем крестьянин, который вообще ни черта не умеет, тратим на его подготовку на пару дней и даем ему вивию. Все. То есть и даем ему сигам по икс с аборигеном. Все. Он распилит, он убьет вообще любого. Любого там воина рыцаря, который там учился 10-15 лет. Все. Делай в глаза, все, пока. Он... Затыкает этим копьем любого, кто будет учиться 15 лет, 20. Вася. Ух ты. А ты чё? Это чё за прикол? Да чё, ты реально не помутай? Знаешь, он решил, это на самом деле чё, решил пауться в прямом смысле. А подожди, а это прикол? Чё у него за патроны? Меня... Типа, знаешь, как будто я водку выпил, меня укачивать начало. Нет, полно. Я даже Моликс убил. Наверное. Самос. Да-да-да. Ну чё, если сейчас мы будем на той же самой ПД, да там убил двоих. Я уже бежал, Макс, и... Угу. Типа, по-моему, он дед. По крайней мере, я не тронен. Он там сидит, значит, наверху. Там сидит. Угу. А ты что не выбежал, ты овощ конченый? Я выбегаю. Пиздишь. Я уже два раза успел это сделать. Да. Я не мог найти патроны, чтобы выбежать. Хотя бы так. Без патронов беги. Без патронов? Ага, у меня 8 патронов в магазе. Тут чел в спине был. Убил обоих. Моли! Мне не хватило патронов на него. Я убил там двоих. Вот твои ебаные. Вот там 5 эпинефринов, да. 5 эпинефринов? Я там убил, который сзади на проходе сидел. Я убил там разведку, и на меня еще абориген с Фамосом выбежал. Они там фуде. Да? Семён, чёрт, Галили. Кого-кого? Пам. Гали. Мальчик, где? Ты как сюда залез? Всё, пошли. Фига пошли, тут хабаров. Фиги, там меч его было. Так Фамос, он чё, это? У него 100 патроник был? Или 60? Бахаемся. Семен чё отгали, а ясно дело. А знаешь, у меня есть персональные 10 марафинов и 10 пенифинов персональных. Как тебе? Нормально. Ой. Ну, я не помню, откуда у меня персональные марафины, ну похер. Персональная полуперс? Фу. А, фу, не знаю. А тебе, может, с ящика выпали? С этого, с МВ. Нет, только они. У меня они были давно. Ну, с квестов тогда. Там человек почти дохлый. В глазутке с чем-то трубку. Прям продана. Все, он дед. Че в нем? Фигня. Так я по нему дофига урона пострелял. Пошли. Боже, конченная подземка. С конченными людьми. Причем не. Причем это не те, кто ей владеют, а те, кто в нее спускаются. Кстати, знаешь что, если за наймов или за кого-то, короче, за сталкера спуститься в подземку Завета, то тебе скажут, митрополит тебя не приглашал, уходи отсюда. Что-то такое. Реально? Да. Я смотрел, как чел подземку покажет. Ух ты. А я думал, за мной игрок бежит. Да, значит, хорошо. На базе наймов ты можешь найти заноса.
Заноза. Занозу можно найти. Ух ты. Это, которая типа, на базе еще с Нидар была. Она на базе этих, как его, Цивилов можешь в навигатор найти. Навигатор это который... Который ты помогал чинить. Да. Чинить... А, этот машину, что ли? Нет, который нет. Настраивай какую-то херню. А, я дважды проходил этот данж, трижды даже, на основе два раза. Я всегда ему помогал, да? Я никогда его не встречал, я его даже не нашел. Ну он есть, может, там. Он есть, я знаю. Это только... значит, как можно пойти, типа, попасть в это, там, где это, как, там, где все эти, как его, пидорасы живут. Ага. Где блаженных пытаются, знаешь, как можно туда попасть? Ты подходишь к тому, кто держит проходную, да? Да. Со стороны амов, типа, понял? Да. И говоришь, я отравился тушенкой. И все. Ну тебя пропустят без квестов. Но квест на починку машины, он тебе даст яблочный сидр, который хороший баб. Да. Я его, кстати, он у меня с собой, наверное, на твинке. Мась. И косарь рублей. Косарь. Мало, но все же это приятно. Типа. Нормально. Можно целых стак патрон купить. Да, мась, нет, типа это все равно тоже неплохо. И я больше сидр в количестве одна штука. Угу. И так можно доить. Куда пошел, черт? Это пакер? Нет. А куда он? Без лута. Может, с паком быть. Это... Блин, дотер. Можно типа с паком был и убегал. Почему он, типа, мне захотелось пак? Сказать то, что это дотер? Типа, я думаю, то, что он был с паком, просто убегал, понимаешь? Угу. Опа, сброшенный груз, 500 метров. А чего у него в паке было, если не видел? Может, у него аномальные сыворотки там? Мать, аномальная сыворотка стоит там по 100 грамм. Да? А у него сколько пак? Слушай, Мать, там дроп, давай заберем. Я его только что пикнули. Давай. Ну, пак был 10 грамм, Мать. О, мои остатки. Могу их сам. В общем, Мать, этот овощ вот там вот в кустиках лежал. Пошли. Там гост из центров, кто-то пикнул. Я хочу его тоже запикать и убить того, кто пикнул. Хороший план. Идеально, блин, как швейцарские часы. Кстати, кто-то чистит. Да. Вот там вот. Сейчас, подожди, не стреляй. Я секс-снайпера хочу. Я достаю. Это когда, блядь, а я овощ, Ваня. Убил его. Хорош. А у меня было КД все это время, я его давно услышал. Я понял, я услышал, как ты репаришься. КД. Почему он у меня заряжен, ебаный МВ. Да, у меня привычка после зажима, после любого тыкать хилку. Че, есть что-то? Ой, это мне. Так, по говну, конечно, но тоже приятно. Дроп. Ты соло. Там еще чип у тебя где-то. Угу. Ай, этот чел сейчас соло будет дроп брать. Вопрос, на каких он патронах? Ты дед? Конечно. Чем он? Снаряжение MPX. BB9 ABM, нифига себе. Попадание по противнику, 2 патрона по нему зарегало. Из всего, что я выстрелил. Пошли. А можешь пофиг на этот Ямов? Нет, ты. Я не хочу туда. Чего у меня с пулестойной сборкой? Почему у меня 200 пулестойных? Ты хочешь вернуться на Лиму, Мась? Понял, затыкаюсь, да? Понял, затыкаюсь, да? А может, и хочу? Не будь долбоёбом. Мась, не всякий весь дерьмом. Зачем мы тогда играем? Слушай, не, Мась, мы хотя бы что-то делаем. Мы дробы берем. И забираем оттуда деньги. Угу. Но нас убивает Мать, чел, ну точнее тебя воронка, а меня в крысу чел вармая. Я знаю, что там воронка есть, да? Я сейчас отпрыгну от нее, да? Так же меня хавает вторая воронка. А это нормально?
Я его сейчас ГК распилил. Тут бежали два чела, они его не заметили. Он был там, он был на этих трубах, понял? Да. Он такой прыгает, да я его с ГК распилил за секунду. Так вот. Да его до этого этот... Да. Жирный черт пофигачил. И он от падения подамажился. Ну все, распилил я его больно. Для него. Каго! Как там дальше, не помню. Криго. Нет, Кавасаки, Каго, Крико и Эстрипер. И Эстрипер. Там ПК сейчас стоит. Где? Там стоит, на переходе прямо. Подожди, я сейчас выйду, да? Я его распилю. Тут нет никого у меня. Он бежал уже. Он очень мальчик, он был там, понимаешь? Он так стоит, да? Угу. Просто видел его. Он как он с этим печенегом так вот достает свою печку. Так, достает свой черный печенежский. Я знаю, что это ты. В следующий раз, когда тебя убьет ПКшер, ты тоже будешь это знать. Я все равно бегу быстрее тебя. Потому что у тебя плюс 3 только броня скорость дает. О, нифига, там кто-то со снайперки попал. По кому-то. По плоти, по-моему. Спотянка пла... Спотянка лежи. Угу. Плотянка стопей. Лежанка плотей. Лежанка плотей. Плотей лежанка. Сосанье плотей. Мать, знаешь, почему мне не нравится, рыж? Потому что он больше Янова в два раза. Как минимум по ощущениям. Не по ощущениям, мать тоже. Ну вот, так, ты представь. Реально немного больше Янова. Рыжик реально больше Янова, это раз. Он не больше Янова, Янов шире, ну просто по виду. Ты посмотри, там просто вот эти вот сколько? 50, ладно, нет. Мась, ебаная пси 2. Ща, подожди. 50 метров, реально. 50 метров так сильно отличает Янов от Рыжика. 50 метров просто, он короче на 50 метров. Не, все же, типа, мне Янов больше нравится. То есть он более открытый такой. Да. Для того, чтобы ПКшить его. Да. А, тройка? Двойка. Каго! Крига, я на дереве застрял. И Кавасаки. И Эстрипер. Кто из них ты? О, там сзади Аук стреляет. Мать, так же ты, чё я Эстрипер? Устань, ребята. О! Воу-воу-воу-воу-воу! Я сейчас скрин сделаю. У меня этот, как его? Кукля белый. О, видал? Вижу врагов. Пошел отсюда. Это мне водка. Чего? Я его иксанул и скину куда-нибудь. Есть где-то 3D-декор? Мать, офигеть, посмотри, что он тут, что это? Фига. Хуй, блин. Туманка. Ты живой? Да, он обратно перешел. 3D-декор, срочно. Мать, я просто, что я делаю? Мать, просто вижу, да? Я думаю, что? Какие-то баллоны, я думаю, фига. И там хуритез, взаимодействие, думаю, что за хуритез. И туманка погружается. Да туманка это говно броня, на самом деле. Да, да, но я все же. То есть нет, у меня показалось, как будто это зивка. Но... Вблизи этот дождевик может зивкой показаться. Тоже верно. То есть я прям зашел в нее. Я догадываюсь, где тип. И где? В воде. Да. Центра спилю. Если ой, центра в воде, то... Ух ты. Это пиздец какой-то. Да. Вот сюда валяюсь тут пучка. Кто? Антидот второго класса, он отбил дефы. Где? Там еще тоже есть, видишь? Вот. Где? Днем. А, вот этот? Угу. Офигеть. Я про него забуду и все равно никогда не схаваю.
А, мэш, он дает защиту от биозаражения, говнище. Типа, давай бы он вывод био. Куда бы уж. А чем вывод от защиты отличается? Он типа не выводит? Да, он не выводит, он типа просто дает топ защиту, чтобы ты мог лазить, понял? А на сколько время он действует? Полтора минут. Ну этого хватит в целом тут. Ага. То есть он дропы хотел брать в био. Это самое бесполезное говно, которое только есть в игре. Ты хоть раз пользовался протекторами по прямому назначению? Вот именно нет. Ну какие протекторы, мать? Это кто? Там чел. Двое. Там один. Я беру сейчас. Двое. Не вижу. Он забежал за этот. Возможно, на базу. Вон он. Там вот. Воронку не забежать, главное. Видел. Вот там вот убежал. Там с дробаша кто-то чистит. Он там. Го бьем. Погнали. Он с Сайго, я его видел. Абориген. Я не абориген! Убил. Хороший. Твоя броня говно, и Сайга тоже говно. Ой, вкусненько. Ой, это мне. Тип. Где? Давай. Где он? Убежал. Туда дальше. Уходим, не будем. За ним этот зомби с топором бежит. Следуем за зомбарем. Не следуем. Все, он ушел далеко довольно. Ну да, все, Маш, пошли сюда. Ага. Заветовцы, что вы забыли на Янове? У вас, блин, две базы. Он тебе написал там? Нет. Мы все написали, точно помню. Ну, до этого мне писали, да, типа, вам две базы мало. Да, мало. Была бы хотя бы второго-третьего, а не первого-второго. Не, типа, вот второго уровня. То есть, типа, там что ли, три эти шняги или даже четыре. Строчки. Да, это неплохо. За тобой кабанчики. Кабанчики ту-ту-ту, кабанчики ту-ту-ту. Это заебал! Знаешь, у меня полтора косаря пистолета, я могу стрелять сюда. Светляк летел. Я убил светляка. Вы-то тут откуда? Так, вот. Серьёзно, сходи за лудай, там уже третья убила есть, да? В воде. Сходи за лудай, сожри. А. Сожри, сходи за лудай. А где он? А у меня будет держать? Да, держит. Ну как тебе, мать? Типа, вот только для этого, думаю, нужно. Да, это единственный раз, когда... Я отравился, блин! Да, отравится. Ты видишь мои хп? Это отравление. Лютые. Они просто кристально зеленые были. Там есть что-то? Заражение? Нет, вроде бы. Нету? Пусто вообще. Тут просто пусто. Просто кус... этот... Просто есть. Да. Как это вырезать? Я вылез. Тут, по идее, где-то вход в базу был. Только я не помню, где. По идее, мы нахуй, если я сейчас не вылезу, все. Ну да. Вот, да я знаю. Блин. Гаго, Крипа и Эстрипер. А тут пси-3. А вот, лесенка. Маш, вот пси-блокада это очень хорошая штука. Угу. Только она отравление дофига дает. Мне сейчас, если пробиваться, нам подорвалось, допустим. Я вот, это первый раз за все мои сколько у меня часов. Мась, погоди, я белую виду немного. Ага. Я без желтых стрелок сегодня. Когда я сажал подобную херню, я да? Я где-то, знаешь, что я где-то вот там от этого, от Скара сдох. Да, это удобно, просто был. Мась, понимаешь, у меня сейчас 13 био, и оно меня коцает. Ебали меня эти ваши био, они ведь не выводятся у меня, понимаешь? Так ты сними люкс. Как? Вот там чистят, близко. Вот тут. У нас просто только уже, мать. Вот тут. Вот там абориген. Вот там. Дыха. Это они паятся. Да? Подождем. По нему не бегает. Да он не услышал бы. Убил. Хорош. Лох. Потому что он стоит на месте, нахера. Сходу, типа, думал, за деревом заселился и начал, типа, это, лутать.
Чё, много? Ух ты. Приятно. Скидывай. Давай. Пластина. Пофиг. У нас типа нет, без дробов я не хочу уходить, понимаешь? Угу. Нет, всех снайпер покупается. Тип. Где? Вижу. Не вижу. Армайч, за деревом этим. Далеко? Вот за этим деревом. Хорош. Ментальный здесь сижу. Я думал то, что он вот там вот. Каличный. Нет, не иди туда. Не иди. Стой! Да, третья био. Тебя же держит, да? Пока нет, что? Не держит. У меня закончилось. Я просто на край подошел и это. Ну так уже. Че, опять схрон кидаем? Опа! Да, но не сейчас. Наймов чистят. 5 человек. Зомбей. Не агри зомбей, главное. Уходим. Печенек вот за агри. Тут. У нас, прям тут. Печенек. Один зомбарь загрелся. Идет. Сделал. Убил. Танга. Мы его распилим. Уходим отсюда. Валим. Ко мне. Я не знаю, где ты. Все, я свалил в здание сюда. Тут какая-то установка. Блин, кабанчик. Кабанчики ту-ду-ту-ду. Ебан я там бомбил. У нас двойка. Мы живые. А если это очень быстро, мы бы его распилили, думаю. Ну, кстати, он более много знал о нас. Я, то, что я стрелял там по типам. Там еще санта с печенегом была. Опа. Ну, это печенег юзер, хули ты хочешь? Где? В воре. Там. Видел. Убил. Еще один. Хаос. Еще где-то. Пустой. Говнище. Свалил. Я бы в себя впитал. Мать, блядь, с чем он был таким? Он ВСК, то ли чё? Ну, ВСК нет, это 9.39, у него не было. Не было? А чё у него какой? 5.45? 5.56. Ой. Да. Сейчас подожди. На. Да не, у меня есть. Ну ладно. Где наша луна? Ща я выведу. Все, я встаю уже. Моторка. У тебя тройка? Это база наймов. Каго, Криго и Стрипи. Пошли, уйдем отсюда. Погнали. Ну, с ним осет, я жив. Он то ли с совком был, то ли с чем. Ну, с таким звуком... Не знаю. Опа. Опа. Двое. Подожди, Сик. Ой, да, Гаус да, сзади. Да. Дени, стреляй. Хорош. Еще один. Артхантер, может быть. Убил. Идем лутать. Я КД. Беги, прям на ходу можешь КДшиться. Я твой империум скажу. Так, где он? Чё? Говно? А тут в нем чуть-чуть инструментов, да мне показалось то, что он с дропа. Но тут не сахар. Вот это еще слутать. Вот это. Погоди, я так говно скину, это сожру. Мастина, впитывай, у меня перегруз. Чё впитывать? О, нифига. Это еще не все, братан. Фильтры, все остальное выкидывай. Да почему? Пусть будет, типа, пусть валяется, только сейчас выкину, это будет тут не нужно. Нет, надо 3D-декор где-то. Да не надо, может, у нас третий янг, типа, на все равно закинет на другой, это факт. Нет, 3D-декор, чтобы это... чтобы у меня лишний этот убрать, лишнее говно. Ну вот тогда, вот в той части. Сейчас, фильтр. Тип, где-то только. Подожди. Пам, все, готов.
Вот там. Танга. Убегает, забежал. Тот самый тип, который мы с Танга. Мать, мы что туда, где скон ставили, там есть. Да любой вообще можно, хоть где. Где скон ставили? Нет, это я специально, чтобы, так сказать, там еще и скон поставить заранее. Да, осторожно, тут воронка. О, бочка. Ты идешь? Да не, Вася, иди ко мне. Да зачем, я просто это говно скинусь. А, такой кал. Да. Осторожно, контроль. Вот там вот. Да, видел. Погнали за ним. Базу бежит. Убил. Хорош. Вот я еще увидел. У, аномалка! Аномалка? Много? Все. Пойдет. По говну, так сказать, ну ладно. Еще. Сзади. Я жру хил. Давай. Берусик снайпера. Пофиг, уходим. Он нам не нужен, он только с базы выбежал. Факт. Валим. Ну хотя, а если на это дерево залезть? Тут нет заражений? У нас не надо, тебя все равно видно же. Видно? Пофиг. Но там листвы дофига. Мать, пошли в то здание, где мы были, а, да? Где со склоном еще были. У меня плюс. Все нету. Уходим. Ну, слушай, неплохо. Угу. Слышал? Это я бью. Ха, я думал, что типа лампочки такой путь там. Ага. Такой звук в игре есть. Такой звук в игре есть просто. Так, а что, схрон я откидываю? Можно вот тут вот скидываться. Вот тут. А схрон куда? Давай сюда. Давай. Это будет микросейф база. Все, двоечка. Троечка. Мать, я в ночку. Оба в одно место забежали. Мать, я просто больше существую в темноте. Ух ты. Ой, вообще сас. Куда я залез? Мать, там где? Я тут на полке. Табу, Криго и Эстрипер! Там где? Аномалку скинь мне. Я вот тут вот. Ну это 40 штук, Мася, это хуйня. 40? Нифига. Да, Мася, да. Тихо, у нас... Ой, мы прям под базой. Мася, еще вот сюда поскидывал некоторые хлам, которые я не хочу с собой достать. Угу. Можно, знаешь, что подстроить? Типа, поставить несколько... этих. Да, короче, ящики. Мусорный лут, а в самый низ ящика скинуть пластины поломанные. Чтобы если он иксанет, чтобы у него перегруз был. Мать, понимаешь, у меня три это выводящие этой херни, понял, да? Не, типа, она пусть валяется, мало ли. Контроль. Так, что скидывать? Вот это. У нас будет. Мать, я пойду по соло. Ага. Все. Что еще скинуть можно? Сердце и селезенку тогда. Ты знаешь что, ты очень не вовремя отошел. Почему? У нас тут чел был. Ты его убил? Нет, он ушел в базу. А это был Наймс. А может знаешь что, может на вынос побежим? У меня строчка мультитулов, строчка аккумуляторов, чуть больше строчки фильтров. Маша, давай тогда сюда сейчас все скинь банально. А зачем? Я хочу просто доп реально подождать. Тропу подождать. Я, наверное, очень с этим побегу, потому что, ну да. Стрипер. Кстати, дроп это некуда лутать. Тебе надо энергетики? Не надо, все есть, мать. Все в избытке. Да. А консервированную фасоль надо? Все в избытке. Ладно. Я же сказал уже. Видно, фоль. А чё, куда? Дропов нету. Можно ближе туда к базе опять.
Думаешь? Типа еще лут искать. Ну, кстати, у них дропы изи берутся, тут полу АФК дропы. Мы на том дропе только с тиммейтом лутали. Ты не был на настоящих дропах, это были полу АФК дропы у нас. Ты просто на настоящих аярах не был на Аянове, это бы такой пиздец. Угу. Аянов на самом деле очень маленький. Там кто-то есть. Пойдем убивать. Я бежал гонку, мась. Хорош, двойка. Тройка! Уходим! Можем. Валим. Туда бежать-то мне. Вход в базу! Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Сзади абориген, сзади тебя абориген. Уходим, уходим, уходим. Уходим, валим, 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 валим на гелике. Гелим, гелим, мы фаги на перике. Гелим на валике. Мастер, вы очистите этот, как его, усту с мазантами. Отпиздим. Можно. Чё, с сигов? Да. Который МПХ-ный. Угу. А, его убили. Тут просто мутанты. Убьют. Не, не подходи, не агри их. Это нечаянно. А я нашел труп, я нашел труп. Давай чистим, чистим усту, чистим усту. Я нашел труп, сейчас, сейчас, сейчас. Убил? Да. Уста, блядь, ничего не зачищено. О! Сейчас сдохну. Я приагрил эту игру. Чё, тот хил медленный. Да сколько можно? Он чё, одну волну только зачистил? Кагу, стрипер. Наконец-то. Фулл усту зачистили. Чё? Фулл усту зачистили. О, кстати. Вот это. Она мал. Мать, ну это вкусный лут, согласен? Эпинефринчики, да, вот всякое говно. Эпинефринчики все обновлю. А, у меня... О, мать, мина вынос! Что? Блок! Блок? Отлично. Погнали до схронов. В воронку не забеги только. Я тебя еще упал, мать. Чего? Ты упал что-то? У меня в схронах просто лут есть. Мать, пойди ко мне, пойди ко мне, пойди ко мне, пойди ко мне, пойди ко мне. Что? Давай еще эту бочку залутаем. Зачем? Тебе все равно же выносить будем. Больше денег получим. Да? А ты прям запомнил, какая бочка? Да. Фиги я всегда ты. Вспоминаю, где лут лежит. О, схрон еще вот халява? Там вот, если что. Мася, еще халявы тут немного было. Угу. Тебе я то сейчас... Скинь этот в самый низ инвентаря блок. Если у тебя там есть место. Мася, меня смотря по луту, что у меня там валяется, да? Да. Самый низ инвентаря, ну это как бы... Просто поставить вниз и все там, типа, не особо мне. Забрать. Сможешь лутать пару этих? А, вот это можешь не лутать. Вот это не лутай. Подожди. Все, я забрал схрон. Я сейчас кое-что поскидываю, жри это, жри, жри, жри. А у меня один у меня в инвентаре один слот остался. Ладно, я тогда забираю. Пофиг, у меня дорогой лут есть. Подожди, Мас. Я выкидываю это, все, можно бежать. Погнали. Ой-ой-ой. Хорош. Био, 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 био. Ходи. Я его убил. А у тебя держит био? Нет. Там еще чип со снайпи где-то стреляет. Я вывел. Видел его. Убьешь? Стараюсь. Все, я вывел био. Я не понимаю, где он тебе. Да, нашел, нашел, нашел. Я не знаю, с чем он, мать, но он жёстко пробивает. Он где-то там. На 250. Да-да-да, на западе, фу. Видел. Убегаем. Убил. Пофиг на него, бежим на сейф. Мать, нам что этого типа убить? Залутать, точнее. Не-не-не, не надо. Ладно, пусть они будем, все валим. Там третий бил. Мать, потому что я знаю то, что он очень много фармил, помнишь, да? Угу. Я не могу достать это оружие. Выкидывай лут, выкидывай, похер. Я питаю, выкидывай. Быстрее, быстрее. Давай, давай. Быстрее, быстрее.
Все, 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 хватит, хватит, хватит. Все, я взял. Осторожно, тройка. Похер вообще. Мы в ту же сторону бежим. Ту, не знаю. Четверка. Ту, что? Гонок рыжика. Рыжик, можно. Хотя мы с ней побежали просто, пробежимся там. Тогда так, давай. Жри, пенифрин, тварина, ебаная. Фух, я блин, жестко. Мы с нас фу, Витарий Карл. Даже на рыжике так не можем. Мабрет. Налёшь её? Ты убил два, слава богу. Налёшь её? Да не, давай ещё её. Окей. Я еще водку выношу. 14 бутылок. Не выкинь, не выкинь, не выкинь. Тихо. Тихо, впереди. Нет. Два. Эй, блядь, базой. Убегаем, просто убегаем. Угу. Все, они свалили. Добил СС. Я тоже чуть-чуть. Сейчас подожди пару секунд. Тип, забегал в лагерь, забегал в базу. Хуй там. Где тут забегать-то, мать? У меня перегруз. А все, нормально. Все, уходим. Пока двойка, просто беги. С болтом главное. Нормально пробежал. Бежи со мной. За мной беги. Ага. Ага. А если что, я иду, так сказать, такими рывками. Угу. По идее, все, 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 бежим с галами. Чел, 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 чел. Нормально. Хорош. Обосал. Не лутай, пофиг, он пустой. Не со слугом, я его залутаю. Все, я похавал, там чуть-чуть хлам было. Я, кстати, его пак стрелю, похер. Хорош, вот там могут сидеть. Не забывай про это. Мася, ты можешь взять нормальный ган? Нормальный ган, да. Я с МПХ-ом. Никого нету. Пусто, 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 пусто. 100%, да? Да, 100%, все, пусто. На радаре пусто тоже. Там бежим поверху там. Угу. Тип бежит, вижу. Там, похер. Не долго его. Абориген. Ага. Это он на радаре? Да-да-да. Отлично. Аборигенчики ту-ду-тун-тун, аборигенчики ту-ду-тун-тун, аборигенчики ту-ду-тун. Согласен? Угу. Боже. Так путы я давно не выносил. Угу. Это что, фулл это дашь мне? У меня это база максимальная. Угу. Причем знаешь что? Мы не ПКшеры, мы фармеры. Потому что в основном мы занимались тем, что, ну, в принципе, происходит на севере. Опа. Влево, 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 влево беги. В кусты вот туда. Тут. Вот туда? Сюда вот. Тут все еще пак, кстати, валяется. Вот здесь вот. А там тоже можно. Видно, в понедельник их мама родила. Ладно. Я слышал, да, тоже на радио. Да, я ее раньше еще слышал, я ее прям в Ютубе искал. Собачки! Нет, 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 я живу. Меня просто полагало, понимаешь? Ты как бы сразу сказал, мне полагало, согласен? Угу. У нас плюс... Ну, тиммейт, тиммейт, тиммейт. Тиммейт. Впереди у меня тиммейт не был. Ну, все нормально, нормально, просто пробегаем. Тиммейт. ВСК, ВСК сзади. Сзади, ВСК, а, бежим. На пиздец. А чё, как выносить-то? Тут осторожно. Уже, по-моему, мы с выносом, тут еще два типа рандомных каких-то где-то. Да. Тиммейт один. Тиммейт. Убил одного. Одного убил, уходи. Не улетаем, покер, мы валим. Он сидел, покашлял. Лох! Согласен? А как я его увидел? Подожди, надо будет посмотреть потом. Он тебе вообще нулю он нанес. Он одну пулю выстрелил, я моментально на него навелся. Причем я на бронебойках, не на СБП даже. Мать, понимаешь, у меня 300 патронов пистолетных. Нет, сикснайпер неплохо помог нам.
типа вот со патронов хватает, ладно, все, full focus. Тут сам, тут чаще всего себя покашу. Да, да, есть, 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 я уверен в этом. Да, это был ПК-шер, мать, точно. Он, походу, нас просто не увидел. Да, это ПК-шер, мать. Да? По мне сейчас только что. А ты не услышал, как там мимо меня пролетела пуля? Он с глушаком был. Бежим, бежим, тиммейты. Ну, кстати, у меня не так потно, как я вчера в КС, например, играл. Мать, тут более челово. Ну да. Ну все же. Ну тут тоже ПК-шеры могут быть. Сам, чуток я попотел. Full focus, всё. Давай, и дальше. За мной, я знаю, тут есть вынос прикольный. Или 77 перегруза. Улез. Ты уверен, то, что тут ПК-шеров нету? Редко бывает. Редко. Могут быть все равно. Пятерка надо. Да, мы все правильно понимаем, в целом мы вынесем. В целом вынесем. Двойка. Все, мы выходим. Идешь за мной? Да-да-да. Я тут выносил не раз. Готовься стрелять. Ух ты. Ну я же говорю, там ПК-шка, мать. Я же говорил. Угу. А фактически мы сейчас выходим в фулл базе. Понял? Да. Я понял, где мы. Ты тут десятка. Все, мать, я забыл, мать. Я забыл то, что мы тут выходим. Понимаешь? Я думал, что мы там дальше на следующей секции. Ура! Все, теперь фастом беги к этому. К скупщику. Я тебе через трейд. Ты просто скидаешь все вот это. Да-да-да-да. Где он? Мася. Прикольно. Стой, стой, стой. Слушай. Отряд. Обмен, да. Мася. Понял, почему я тебе говорю Янов, покажи. Только Янов, да? Так, вот это. 64 пыли. А смотри, понял, почему я тебе говорю, покажешь Янов, да? Да, у тебя еще фильтр, да? Да, еще фильтр до сих пор. Так, я скидываю все вообще. Наборы инструментов я себе оставлю, чтобы у тебя не засорять инвентарь. Да не, мы засорили похер вообще. Давай. Да нет, у тебя будут, по идее, это. Они складываться, и ты в какой-то момент не сможешь выложить. Все, давай, предлагай. Мать, я типа, знаешь, что прикол? Ладно. Нет, типа, знаешь, у вас еще прикол? Они там типа застагиваются в невидимый инвентарь бесконечный. И когда я их буду складывать, они будут скидываться, понял? Ну да. Потом могу бы сейчас дать. А, ну хотя ты же лут продавать будешь, ну ладно, пофиг. Так я их фу, я сейчас, потом. Кстати, это, каталики, я сахар тебе отдал опять. Мать, во-во-во, понимаешь? Половина твоего лута меня перекинули сюда. Нихуя себе тут на ПК шестовый. Так, сахар, так пыль я оставлю. 8 гаммы, я обычно вообще ее не выношу. 5 гаммы. Ну, маловато, конечно, но все же. Пойдёт. Мать, что, даешь? Сейчас я скину. Водку вынес. Уф. Уф, Мася. Что? Сколько? Уф, угадай. Угадай. Уф, это вкусно. Так, Мася, так я очень давно не выносил. Что месяца 3. Именно так, как мы сейчас с тобой вынесли. Угадай, сколько? Я не знаю. Это не считая все эти блоки данных и всего остального. Угадай. 165к. 165, нифига. А блок еще 170 стоит. Дай сахар. Обмен. Давай обмен, Вася. Дай мне все. Дай мне. Там. Сахар то. Пыль тоже тебе давать? Да, давай, давай. Ладно, давай ты переделай. У меня как раз еще пыли немного было в инвентаре чисто. Мне сейчас на секунду показалось то, что я схрон не забрал. Ну там, в принципе, ничего такого не было. Так. Еще пыль у меня где-то валялась. А, нет, я её кинул наращивать оставшиеся 3 штучки эти. Mm-hmm. Типа смысл от них.